Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Казуки оценивает сам Никита. Никита не в курсе, он не играет в игру. Что за глупости ты пишешь? Прикольно поиграл, братанчик. Это спасибо Никите передай. За такие спавны чудесные. Надеюсь, тебе понравился геймплей. Первый уровень? Господи, а что ты на маяке делаешь, друг? На меня видно неинтересно. Опа, 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 опа. Они уже туда прошли, понятненько, пойдем. Что это? Это, блядь, зенитка, Винсент. А, и пикать в тот момент, когда я не пикаю, да? Я понял вас, ребятишки. Так. Блять, энергия-то кончается. Бля. Кто там в дверях стоит? Мертвый бот. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. А я двоих убил. Я двоих убил. Дверь закрылась, смотрите. Ага. Ой, блядь, это бот, походу. Чевыки так не стреляют. Челоботы уже, что ли? Как у вас тут не хватало еще?
сейчас сдохнешь. В смысле, блин? Бредик, не пишем чат, как там говорится нынче. Как же больно-то, блядь. Так, а где у тебя медицина, друг? Третий класс брони, чувака. Тут что ли? Так. А тут вроде медичка есть на втором этаже. Что? Я их всех троих убил? А как? 10 через 2 секунды вот этого и через минуту. Может, я взорвал его? Ну, ладно, плюс 4 килла в разгрузке дикого, в принципе, пойдет за один рейд. Нормально. Этот растяжек помирал? Пока еще нет. Опять кого-то хейтит. ГСник. Туда, что ли? А сушки тут можно поставить? Упор какой-нибудь. Походу нельзя. Ладно. Почему по нему боты не стреляют? О, стреляет. Что, возможно, ему хана, кстати. А, нет, живой. Прикиньте. Готов. Но вот в PvP это будет тяжело. Вот вы просто представьте ситуацию, когда вот мы идем рашить трешку, да? То есть я бегаю по этажам с этажа на этаж. Из коридора в центр лестницы и обратно. А там, например, будут стоять растяжки. И вглубь коридоров, допустим, в пристрой тоже будут стоять растяжки. И люди будут все так же сидеть, и это плюс дополнительно внимательность надо мне. Вон там чел бегает, смотрите, под нами. То есть от меня будет требоваться дополнительно внимательность. А типов не требоваться ничего. Просто поставить растяжку и сидеть, понимаете, насколько это удобно просто. Как недавно от своей гранаты. Не знаю, о чем вы чат. Ни разу себя в этом вайпе своей гранаты не подрывал. У воды. А? Сдох, что ли? Подожди. Thank you.
Ёшкин кот. Дробаш тут оказывает. Блять. Дурачок. Ну хрен ли ты тут лазишь? Мне показалось, или выстрела дробовика не было первого, ну, звука первого выстрела. В лодочную забежал. Возможно, это чевок. Не было, да? Класс. О, дождик усилился. О, в гараж пошел. Идем, 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 братанчик. Ну куда ты лезешь, блин? Ну тут же ясно написано, блин. Вижу там кого-то. Это шлем? Это шлем. Так, минус. Это кто-то. Челоботик. А, в нижнем отеле еще кто-то есть. Вон он. Так. Сейчас он подумал, что он его убил, но это не он его убил. Он должен пойти лутать, либо то... Ага, он не хочет лутать. И это, кстати, челобот залутанный. Еще один. Который пойдет в сторону отступников к выходу, скорее всего. Мир, здорово. Вот он. Все. Изи. Прочитано. Воу. Да тут дикарь какой-то. Ёшкин, это что, ты всех вот этих убил? Нет, они между собой перестрелялись. ВСК 94 на СП 6-х. Ну, что ты не вяжешь?
происходит внутри. Я же далеко вроде от тебя, елочка. Так, хорошо. Хорошо. Теперь надо ловить двух тех жуликов. Твоих осталось, задолбался маяк душный. Да, тут вначале только их ловить на перебежках. Потом уже хрен найдешь их. Где вот там стреляет бот по кому-то? Там бот ходит подлутанный уже. Как будто бы проще опять рестартить просто чат. Опа, блять. Чувак. Чувак же. Вроде в джинсах. Или это дикарь в джинсах? Просто оделся в чеваков того, да, в моего? Скорее всего. Оп, вижу типа. Надо забирать его и спать идти уже. Сейчас он вылезет на дорогу куда-нибудь. Мамонт с мосинкой. Блин, ну куда ты пробежал вдруг? Где ты там? Ай, пошли просто так его расстреляем. Все. Что на выход? А, подожди, нам нужен нож. Один, по-моему. Так, квест готов. Следующее, что там, калаш? Ага. Калаш. МК. Два Макарова надо. Блин. Бить бойцов ЧВК, одевшись в паку и 6Б47. Ну это тоже со снайперкой делается. Ну и пистолетик один добудем, по сути. Ладно, чат, вот теперь точно спокойной ночи. Теперь точно до сегодня, до завтра. Убежал. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.